На выставке E3 2018, которая проходит сейчас в Лос-Анджелесе, компания 8-Bitda показала новую линейку Blue Eta от контроллеров с ретро-дизайном. Это уже не первая презентация компании, но она все же сумела удивить посетителей. Новинка называется Zero 2 и позволяет играть во все полноценные игры. Однако его размеры настолько малы, что контроллер вполне может заменить собой брелок. Устройство работает с Nintendo Switch, а также компьютерами и мобильными устройствами на Windows, macOS и Android. Еще одна новинка – N30 Pro 2. Это обновление прошлогодней версии контроллера NES30 Pro. Текущая итерация получила дополнительные кнопки и элементы управления. Наконец, 8-Bitda показала первый полноразмерный контроллер SN30 Pro Plus, который напоминает геймпад от PlayStation 4, но с узнаваемым классическим дизайном. Он также подключается по Blue Eta и выступает полноценным устройством для игр. Ожидается, что все три новинки появятся этим летом, хотя точная дата и цена пока не названы.